Всем привет, друзья! Приходит масса вопросов о том, куда же пропало видео, о том, как Димаш Кудайберген, Игорь Крутой и Аделина Сотникова были в гостях у вечернего Урганта на первом российском канале. Я раскрою все карты, давайте вместе попробуем найти истину, как же так вышло. Вообще же, посмотрели видео 83 тысячи раз, более 1000 комментариев. Знаете, очень жалко, все они удалены. Само же видео на канале есть, но оно недоступно, потому что якобы правообладатель заблокировал его показ во всех странах мира. При этом, знаете, на Ютубе, да и вообще в авторском праве есть такое понятие, как добросовестное использование. То есть разрешается брать небольшие фрагменты для того, чтобы подать какую-то информацию в критических, либо же в информационных целях, и они, собственно, соответствовали на 100% этому понятию. Да не суть, друзья. Видимо, просто ваши комментарии и, возможно, мои не понравились Урганту или кому-то другому. Но, знаете, я все-таки за открытость, за свободу слова. И, кстати, на своем канале я никого не блокирую и разрешаю высказаться всем. Собственно, так считает и YouTube, но все-таки не вечерний Ургант. Они считают, что нельзя брать их фрагменты. Ну, нет, так нет. Вы знаете, я вообще сам всегда считал, что программа «Вечерний Ургант» очень открытая, свободная, ну, действительно, довольно-таки раскованное поведение ведущего, в целом атмосфера в студии, да? Но вот теперь есть сомнения, да? Иначе как объяснить тот факт, что в районе 1000 комментариев удалены? Свобода ли это слово? Напишите вашу позицию в комментарии. Кстати, знаете, друзья, любопытный момент, пожаловались как раз на тот отрезок, где студия «Вечернего Урганта» очень бурно встречала Димаша Кудайбергена. Было масса поклонников, да, зал буквально визжал, студия сотрясалась, и вот эта часть не понравилась правообладателям. Опять-таки, вы знаете, друзья, возможно, не понравилось им само название видео, потому что оно называлось «Димаш не спел, как так?» Да, Димаш Кудайберген на программе «Вечерний Ургант». То есть основная суть была в том, что артист был в качестве гостя, но пела некая малоизвестная, какая-то молодая, вполне возможно, и достойная исполнительница. Да? Но опять-таки, почему не дать эфирное время Димашу Кудайбергену? Вместе с тем, знаете, в комментариях я почитал, некоторые пишут, мол, ну, не любят такую программу, да, как «Вечерний Ургант», ну, то есть всем не угодишь. И были такие комментарии, мол, и не ждут, чтобы Димаш там пел. Что ж, друзья, как есть, так есть. Делаем выводы и, конечно, пишем комментарии. Напишите вашу позицию, как так могло произойти, да? Действительно, опять-таки, Первый канал, ну, достойный канал, это ж свобода слова, да? Ну, это ж, ну, а как иначе, да? И удаленные 1000 комментариев. Вы знаете, я немножечко удивлен. Но в любом случае продолжаем. Не забудьте, конечно, подписаться на канал. И дальше здесь масса интереснейших обзоров, интереснейших информационных поводов, которые важно знать и вместе обсуждать. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи,